Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Noah, Town Nice Noah, 2000 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 242 тысячи километров. Побежала прокладка клапанной крышки. Заказали новую оригинальную, заказали прокладку оригинальную и заказали на свечные колодца уплотнители под гайки тоже оригинальные. Меняется легко и быстро, поэтому открываем капот, снимаем подсвечник, вытаскиваем подсвечники и откручиваем гайки. Вот так вот все это некрасиво выглядит. И самое некрасивое находится внизу. Стекает на коробку, и коробка вся в моторном масле. Снимаю подсвечники. Снимаем сразу вот эти патрубки с сапуна. Скидываем с кронштейна проводку. Так, здесь у нас и все, откручиваем гайки. Ключ у нас на 30. Снимаем вот эти шайбы. Все, поднимаем прокладку, поднимаем крышку. Аккуратно, чтобы грязь не трясти в двигатель. Ну и состояние
Двигатели внутри чистенькие. Хорошо. Прилегание, где прокладка будет ложиться на головку, я протру все это. Сейчас мою клапанную крышку. Помыл я крышку. Беру прокладки свечных колодцев номер 90-480-30-025. И беру новую прокладку, оригинальный номер 11-213-74-020. Устанавливаю прокладку в паз. Протираю посадочное, вернее, не посадочное, а на головке, куда прижимается прокладка. Все протер и берем аккуратненько, заводим крышку, чтоб у нас прокладка не упала. Проверяем, сидит на месте, ни за что не цепляя. Все. Устанавливаем на место прокладки. Наживляем гайку.
берем и равномерно теперь поджимаем все гайки. Все, одеваем на место проводку. И одеваем на место подсвечники. Все, на этом замену прокладки клапаны крышки я закончил. Теперь катаемся, проверяем, смотрим, чтобы никаких подтеков не было. И всего вам доброго!